10 выпускников Казанского гуманитарно-юридического инновационного университета получили дипломы Высшей школы финансов и управления в польском городе Белосток по специальности информатика в управлении. Это стало возможным благодаря совместной двудипломной образовательной программе, реализуемой в Семейском университете. Стоит отметить, что в нашей стране по данной специальности студентов еще не обучают. Уже на протяжении многих лет Казанский гуманитарно-юридический инновационный университет успешно реализует международное сотрудничество с различными зарубежными учебными заведениями. Университет ведет политику подготовки качественных специалистов согласно принципам Болонского процесса. Результатом одного из них стала двудипломная образовательная программа, реализуемая КазГЮА совместно с Высшей школой финансов и управления в польском городе Белосток. 10 выпускников по специальности информатика в управлении получили дипломы зарубежного вуза. Такой профессии по специальности информатика в управлении в нашей стране не обучают. Но одним из первых эту специальность освоили выпускники нашего университета. Они получили дипломы сразу двух вузов. Я очень рада за своих студентов, потому что международный диплом открывает большие возможности для ребят. Они не только пополнили свой багаж знаний, но и стали квалифицированными специалистами. Дипломы Европейского вуза были вручены выпускникам в торжественной обстановке. Поздравил выпускников посредством онлайн-связи ректор Высшей школы финансов и управления профессор Эдвард Хостилович. Стоит отметить, что в эпоху цифровизации специалисты данной отрасли являются наиболее востребованными на рынке труда как в нашей стране, так и во всем мире. Во-первых, эти выпускники являются обладателями востребованной профессии, отвечающей современным требованиям. Это информационная система в области информационно-коммуникационных технологий, вычислительной техники, информатики. Все эти три профессии, как известно, востребованы, так как сейчас период цифровизации. Теперь эти студенты получили специальность «прикладная экономика» или, как еще ее называют, «информатика в управлении менеджмента». Как признаются сами выпускники, КазГЮА открыл для них путь к большим возможностям. Они не только смогли получить качественное образование, но и усовершенствовать знания иностранных языков. Когда я поступала в университет, я даже не могла мечтать о том, что буду учиться в другом государстве. После поступления в университет мы учились в Польше на втором и третьем курсе. КазГЮА исполнил мои несбыточные мечты. Выражаю огромную благодарность ректору КазГЮА Ширине Слыхановне и ректору польского вуза Эдварду Хостиловичу за то, что они предоставили нам такую возможность. Благодаря КазГЮА по программе академической мобильности я смогла поступить в вуз в Европу, в Высшую школу финансов и управления в городе Белосток. Мы обучались на русском, английском и польском языках. По словам ректора Казанского гуманитарно-юридического инновационного университета, сейчас уже готовы к реализации еще 6 проектов по программе академической мобильности. То есть у обучающихся расширяются возможности посетить страны Европы и получить образование в зарубежных вузах. Бахытгуль Казез, Айдос Айткалиев, телеканал «Семей».